Друзья, всем привет! Как вы догадались, это суббота вечер, я вышел поработать и заодно посмотреть вообще, насколько сейчас в динамике есть эта вся работа. Я настроен немножечко сегодня сделать денег, но в первую очередь мне просто интересно вообще, как это все будет выглядеть. А вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, потому что я только что взял первый заказ, он небольшой, $6 на 2.5 мили, но посмотрим, что будет дальше. Потому что что-то мне подсказывает, что это не будет бомбезный вечер, но с другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. Идемте брать заказ. В общем, ребят, такое вот короткое видео сегодня получилось, да, я извиняюсь, но поверьте мне, делаю все, что могу, потому что дел куча. Это вот 2 года назад у меня доставки были единственным доходом, это тогда я, к сожалению, я не снимал, так было бы просто потрясающе, вы, поверьте мне, наслаждались бы этими $400, $500, отвечаю, я их делал. И будет время, я обязательно выберусь, я обязательно вам докажу, что я такие деньги зарабатывал. Просто сейчас у меня очень много других дел, и их необходимо выполнять. Потому что если я не буду работать над другими проектами, придет время, когда я постарею, и я уже не буду, как бы мне ни хотелось, зарабатывать $250-300 в день на этих доставках. Я уже сейчас понимаю, что я замедлился, что у меня уже нет этого азарта былого, понимаете? У меня азарт сейчас есть в другом, и я этому рад. Но пока вот есть то, что есть, и самое главное, $25 в час мы сделали. Обычно это не особо достижимая цель, но она получилась сегодня. И это самое главное. В общем, простите еще раз, что такое вот не особо мотивационное видео, но очень скоро я обязательно выпущу полный день доставок. Вот полнейший. Кстати, забыл вам одну вещь сказать, откуда я взял эти $9. Дело в том, что пацан один дал мне $9 чаевыми, здесь вот наличкой. Отсюда вы они и взялись. И еще одна вещь такая. Вы часто в комментариях жалуетесь, что музыка мешает. Ребят, я, во-первых, сам не люблю видео без музыки, когда я смотрю там видео про доставку, про работу. Я считаю, что музыка, она очень хорошо дополняет вот эти вот моменты рутинные, да, потому что, а что вы будете там слушать?
как я поднимаюсь по ступенькам, как я стою в очереди и как там болтают девочки или пацаны, как я забираю заказ и как всегда говорю thank you, там тоже же ничего интересного. И лично меня это раздражает. Я предпочитаю ставить музыку. Поэтому уж простите, но на моих видео музыка будет. А так, спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч.